Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Тапки с пробегом». Так, вот такая машинка. Встретил только что. Так, 5 миллионов 300, 2010 год, 2,5 на автоматической коробке передач. Встретил только что блогера тоже, Корсити, который канал у него. Хороший мужик. 2007 года. Продам, цена 7 миллионов. Вот такой вот RAV4. Здесь у нас 20-ка стоит. Автомобиль 99-го года. 3 миллиона 600 по стоимости. Тоже 20-ка. Ценника, к сожалению, нету. Но контакты владельца, кому понравится. 4 миллиона. 4? 4 миллиона за данный автомобиль. Автомобиль 2000 года. Вот так он смотрится внутри. Так, идем дальше. Стоит вот такой вот у нас Mercedes. Так, 2 миллиона 800 по стоимости 94 года. На автоматической коробке передач, ребят, данный аппарат. Телефон владельца. Кому понравится, можете позвонить. Так, вот такая вот Kia у нас стоит. Все чистенько, все аккуратно. 2015 года, 1,6, 4 миллиона 150 тысяч по стоимости. Здесь у нас такой аппарат на автоматической коробке передач. 2020 год, 5 миллионов 200 по стоимости с объемом 1,5. Здесь у нас Volkswagen Universal, 2 миллиона 900 по стоимости. Автомобиль у нас 97 года, 1,8, турбо на механической коробке передач. Так, идем дальше. Стоит Duster. Чистенький такой, 4 миллиона 600 по стоимости. Автомобиль у нас 2014 года. Пробег у нас 188 тысяч. Так, идем дальше. Стоит Honda Odyssey. Кстати, ничего такой аппарат. Так вот смотрится внутри. Нет? 3 миллиона 150 тысяч по стоимости, 2,2 на автоматической коробке передач 96 года. Хорошенький. Здесь 3 миллиона 750 тысяч по стоимости. Это у нас Toyota. Срочно продам, 2-литровый 97 года. Автомобиль написан в хорошем состоянии. Рядом стоит такая машинка. Завелась полпина. 3 миллиона 350 тысяч по стоимости, 2,4 на автоматической коробке передач 98 года. Хорошенький аппарат, да? Рядом стоит Toyota RAV4. Написано «Европеец», 4 миллиона 450 тысяч по стоимости. Идем дальше. Стоит Hyundai. Так, акцент 7 миллионов 700 по стоимости. Автомобиль 2018 года, 1,6 на автоматической коробке передач. Так, он смотрится внутри. Сегодня хожу с телефоном, поэтому можно хотя бы тачки внутри посмотреть, глянуть. Так, здесь у нас Lexus ES350, 3,5 объем. Бесключевой доступ в черном цвете. Цена у него 8 миллионов, 3,5, 2011 года. Линзовая у него оптика. Так, рядом вот такой вот Мерин, 1 миллион 600. 50 тысяч по стоимости, 2,3 на автоматической коробке передач 90 года. Хорошенький. Так, вот такой вот стоит RAV4 96 года, 2-литровый на автоматической коробке передач, 2 миллиона 800 по стоимости. Здесь у нас Volkswagen в серебристом цвете, 3 миллиона 100 по стоимости, 2002 года, бензин, типтроник. Вот такая вот тачка. Здесь у нас Ларус 1,6 на механической коробке передач, 3 миллиона 500 по стоимости. Рядом стоит Nissan Almera. Almera Classic, по-моему, если не ошибаюсь, 2009 год, 1,6 на автоматической коробке передач. Ценник замятый, но открывать машину чужую, смотреть как-то, ну, сами понимаете. Вот такой вот Volkswagen у нас, 2 миллиона по стоимости, автомобиль 97 года, 1,6 на механической коробке передач.
Здесь у нас бумер, причем довольно-таки даже ничегошный, 328 на литых дисках, 2,8 объем, 3 миллиона 700 по стоимости. Стоит семерочка, 728 БХ 97 года, 2,8 объем, 3 миллиона 700 по стоимости. Здесь у нас Mercedes. Автомобиль у нас 95 года, 1.8 на автоматической коробке передач, 2 миллиона 800 по стоимости. Вот такая машинка стоит у нас. Автомобиль 2005 года, 3-литровая, 6.100 по стоимости. Написано ГАЗ присутствует. Так, вот такой вот бумер у нас. 335 Айка, 2007 год, 7 миллионов по стоимости. 3 литра Twin Turbo, представляете? Я представляю, как она в точку уходит. Вот такой вот бумер. Ну, вообще классный, конечно. Шикарно все моргает. 2001 года, 3.6 на автоматической коробке передач, 4 миллиона 600 по стоимости. Здорово, здорово. Так, вот такой вот бумер, 5 миллионов 900 по стоимости. На литых дисках, 2006 год. Телефон владельца, кому понравится. Можно взять вот такой вот кабанчик. 3 миллиона 500 по стоимости. Автомобиль с 97 года, 3.2 на автоматической коробке передач. Телефон владельца, кому понравится. Так, я думаю, вот такая вот стоит у нас мазочка. Автомобиль на механической коробке передач. 2-литровая, 97 года. Так, мы идем дальше. Стоит двадцатка в белом цвете, на литых дисках. Автомобиль у нас 99 года, с пробегом 456 тысяч. Седан белый, 2.2, бензин на механике, европеец. 3 миллиона 300 по стоимости, ребят. Телефон владельца, кому понравится данный автомобиль, как говорится, милости просим. Вот такая машинка стоит, 2 миллиона 300 по стоимости. Автомобиль у нас 2001 года. 2-литровый на механической коробке передач. Так, это у нас Грация. Автомобиль 97 года. С объемом у нас 2.2. Цена 3 миллиона 600. Так, здесь у нас Lexus RX300. Автомобиль у нас 3-литровый. 237 тысяч километров пробега. 2001 год. 6 миллионов 500 по стоимости. Здесь у нас Ариста стоит. Ух, это корабль реально. 95 года, 3-литровый на автоматической коробке передач. Газ-бензин, 282 тысячи километров пробега у данного автомобиля. Так, рядом стоит Toyota на автоматической коробке передач, там Corolla. Автомобиль у нас 96 года, написано ГУР, есть ABS, CRS, объем 1.5, электропакет, 1 миллион 850 тысяч по стоимости. Здравствуйте. Аламбра, не продали еще. Не продали, продадим. Как ваши дела? Окончательно 2.300, а там? 2 миллиона 300 за данный аппарат, Audi 100 90 года, 2-литровая на механической коробке передач, 6-7 литров. Мотор новый, все сделано, ходов идеально, все идеально. Автомобиль с привозным мотором, ходовка все новая, все в идеале. Спасибо. Вот такая вот машинка. Ну, ребят, Агашка говорит, то что тачка в идеале просто, поэтому надо брать. Присмотритесь, может, кому понравится. Тачка, о, ну завелась она вообще с полпина, ребят, слышали? Сразу раз и завелась. Давайте, давайте сейчас посмотрим под капотом у нее. Такая машинка, все чистенькая, без подтеков, все отлично. И работает она очень тихо. Здорово. Спасибо. Давай. Так, рядом стоит вот такая машинка у нас. Продам. Mazda Suzuki. 2 миллиона 800 по стоимости. Идем дальше. Видим Монтерик у нас.
Так, написано, продам. 4 миллиона 800 по стоимости 2001 года, 3,5 объем. Идем дальше. Здесь у нас Volkswagen. 2 миллиона 200 по стоимости, 2,8 на автоматической коробке передач. Представляю, как она едет на своих 2,8. Реально 2,8 или это прикол только? Наверное, прикол, хотя не знаю. Так, Mitsubishi 98 года, 3,5, 3 миллиона 500 по стоимости. Да, застем? Да, подожди, тюрьмы надо. Давайте внутри ее глянем. Здравствуйте, внутри посмотрим ее? Давайте сейчас машинку внутри посмотрим. Вот такой вот монтерик. У меня брательник тоже на монтерике ездит. Вот такая машинка. О, она полноприводная, довольно-таки даже проходимый. Хороший аппарат. 2001 год, 3,5 на автоматической коробке передач, газ, бензин, цена 4 миллиона 800 по стоимости. Спасибо. Так, эти я снимал. Идем дальше, стоит Surf у нас. Газ, бензин, вижу, автомобиль 97 года. Здесь у нас Mitsubishi. Так, 2006 год, 3-литровый на автоматической коробке передач, цена 6 миллионов 800 по стоимости. Здесь вот такой вот у нас стоит. Это у нас Toyota Surf 97 года, 1 KZ на автоматической коробке передач, 227 тысяч километров пробега. Пойдем дальше, посмотрим вот такую машинку. Музон качает. Автомобиль 2012 года, 1,6, 1 миллион 850 тысяч по стоимости. Вот такого стоит Lexus у нас. 3,5 объем, 2007 год, на автоматической коробке передач, 8 миллионов 700 по стоимости, 330 Lexus. Так, здесь у нас Volkswagen стоит в красном таком цвете, 3 миллиона 200 по стоимости, 2001 год, Volkswagen Polo, 120 тысяч километров пробега у данного автомобиля пишут. Так, что у нас здесь? Здесь у нас красный такой салон. Рядом стоит бумер. Ну, кстати, бумер вообще дерзкий. BMW 328 Aiko, японец. 220 тысяч километров пробега. 4 миллиона 100 по стоимости. 2,8 Tiptronic. Вот такая машинка у нас стоит. Это Mitsubishi. Так, 2 миллиона 500 по стоимости 92 года, 2,5. Вроде ребята его за 2 ляма скидывают. Человек уже хочет его купить за 2 миллиона. Ну вот, а вы говорите, здесь тачки не продаются. С 92 года, 2,5, дизельный на автоматической коробке передач. Все, ребят, здесь продается. Вот такой вот Субарик стоит, 2008 года, по стоимости он 4 миллиона 800, 4 миллиона 500 по стоимости на автоматической коробке передач. Здесь вот такой Volkswagen стоит, 97 года, 2 миллиона 700 по стоимости, 1,8 на автоматической коробке передач. Вот такая вот Mazda Primacy 2005 года, объем 1,8 на механической коробке передач, цена, а цену можно? 3 миллиона 500 по стоимости за данный автомобиль. По поводу салона, ребят, я очень уважаю людей, которые продают здесь автомобили, и я никогда не лезу без спроса
в салон. Как бы, если предлагают снять в салоне, я только за. А так я лучше загляну технично через стекло и так посмотрю. Так, вот такая машинка у нас, Mitsubishi, 1 миллион 800 по стоимости. Вот такая вот тачка. Здесь у нас Mercedes, автомобиль 92 года, 230 Мерс. Написано срочно. 102 двигатель на механической коробке передач. Цена у него 1 миллион 250 тысяч по стоимости. Здесь у нас тоже Marine, ценника, к сожалению, нету. Стоит вот такой вот Nissan. 3 миллиона 300 по стоимости. Автомобиль у нас 2002 года на механике, трехлитровый. Так, здесь у нас вот такая машинка стоит в белом цвете. Mazda MPV, 2 миллиона 600 по стоимости, 2,5 на автоматической коробке передач. Так, здесь у нас 2,7 на автоматической коробке передач, 96 года, Toyota Sylph, 3 миллиона 500 по стоимости за данный автомобиль просят. Блин, когда-нибудь себе все равно джип возьму. Чуть не купил джип в этот раз, но взял Subaru. Но не жалею, как говорится, что взял Subaru Outback. Ну, потом как-нибудь надо будет джип тоже брать. Вот такая тачка. Работает тихо-тихо. Как будто шепчет, как с автосалона прям. 95 года, 2,3 литра, 3 миллиона 400 по стоимости. Здорово. Так, вот такой вот Marine, лупарь. 2 миллиона 100 по стоимости, автомобиль 97 года, 2,8 на автоматической коробке передач. Здесь у нас кабан стоит, четкий такой, прям как в бригаде. 3 миллиона 800 по стоимости, 95 года, 3,2 на автоматической коробке передач. Здесь у нас вот такая вот двадцатка, 99 года, 2,2 на автоматической коробке передач, 3 миллиона 700 по стоимости. Идем дальше. Стоит Мандерик. Кстати, Мандерик ничего ж, он такой 2000 года автомобиль. По стоимости он 4 миллиона. Хорошенький. Здравствуйте. А, в родной? В родной краске полностью автомобиль. Внутри можно глянуть? Вот такой вот автомобиль. Люк присутствует. Довольно-таки даже просторный багажник. Автоматическая коробка передач, полноприводный, полный электропакет у нее. Здорово. Спасибо. Хорошенький Монтеро Спорт. Так, идем дальше. Видим вот такого вот лупаря в серебристом цвете. Цена у него 2 миллиона 800, 96 года, на автоматической коробке передач. Так, здесь у нас Toyota Camry, фара. Так, написано 35-ка 2005 года, 2,4 на автоматической коробке передач, цена у нее 5 миллионов. Вот такой вот Ford у нас стоит 2011 года, 1,6 автомобиль на механической коробке передач, 4 миллиона по стоимости. Здесь у нас вот такой он стоит, джипик, 3 литра, 1 КЗ, дизельный, 94 года, 4 миллиона по стоимости. Да, здоровый аппарат. Вот такой вот Marine, 2 миллиона 600 по стоимости, автомобиль у нас в серебристом цвете. 93 года, 2,8 на автоматической коробке передач. Такой вот Мерс, А160, 1,6, 2 миллиона 350 тысяч по стоимости. Здесь у нас стоит 7 миллионов 300 по стоимости, 3,5 на автоматической коробке передач, автомобиль 92 года. Какая? Альфард черный. На той стороне? Да, вот он стоит, за вот этой. А, все хорошо? Вот такая машинка в серебристом цвете, 2006 года, 2,4 на автоматической коробке передач, 5 миллионов 800 по стоимости.
Ну и стоит Монтерик, автомобиль 2000 года, 3-литровый, 4 миллиона 600 по стоимости. В серебристом свете, смотрится здорово. Вот такая машинка у нас. 2005 года, обмен есть, 2.4 на автомате. Ну что, друзья, вот такие вот тачки, представленные на авторынке Бары. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!